Москве? Высокоскоростной юнибус Skyway. Выставка Инотранс Берлин. Информация. Это место для багажа. Андрей Ховратов уже внутри. Привет! Салют, салют, Джованни! Италия с нами! Привет! Джованни здесь! Вообще собрались наши партнеры со всего земного шара. И Анатолий Эдуардович тоже здесь. На спике сидит с Африки. Иван сидит из Молдовы. С Анатолием Эдуардовичем общается Дон из Вьетнама. И Кам тоже здесь. Давайте посмотрим, что внутри. Удобно вам? Это итальянцы, но они у нас не разговаривают по-русски. Здесь 6 мест. И, возможно, модификации. То есть не обязательно все сидячие места. Можно поставить 4 места и посредине столик. Разворачивать можно кресло, можно их раскладывать. Управляется кресло через компьютер. То есть выбирается нужная опция и настраивается. Все ощущения уже в кресле. И так выглядит подвижной состав. Olga said hi. Hi. Arma said yes. Why? Our director. Everyone is. Передвигается на мотор-колесе со скоростью 500 км в час. Идемте рассмотрим мотор-колесо. Так, оно выглядит. Это тоже разработка. Vợ của ông Anh, một trong những cánh tay phải tuyệt vời của ông Uniski các bạn. Con gái cưng của ông chủ Uniski các bạn. Hey, very good. I thought you are the good girl. Good. Yeah. Okay, very good. Where Andrei? Андрей, вот здесь. Вон там. Вон тут. Все, Донг пошел к Андрею. Классно разговаривать с партнерами. Душой. Они все на разных языках общаются. Редко, когда знаешь какой-то язык. Ну, понимают все друг друга. А вот это, собственно, образец рельса струны. То есть предварительно напряженная струна натянута. Она заливается специальным раствором. Это другой вариант рельса, где раствора больше. Вот образцы грузового транспорта и городского, где можно в полный рост стоять. Они уже ездят в экотехнопарке, но сегодня они здесь не представлены. Вот побольше образец, 1 к 10. И высокоскоростной образец. Пока нигде еще не были представлены картинки такого подвижного состава. Это уникально.
Девчонки из Лондона наши. Весь мир уже строит Skyway, спасает планету, ребят. Если по каким-то причинам вы до сих пор еще не с нами, если вы по каким-то причинам еще не влияете на развитие истории человечества, срочно исправьте эту ситуацию. Срочно включайтесь в процесс создания истории, новой истории жизни людей. Строй Skyway, спасай планету.